Стресс мужчину закаляет, а женщину уничтожает. Уничтожает. Хочешь бабу уничтожить? Дай ей немного стресса. Стресс разрушителен для женщин. Поэтому всегда, всегда знали, что женщина развивается, распускается только под защитой. А под защитой это когда весь этот стресс забрали, стрессоустойчивые живые существа в виде мужичков. Они же так сделаны. Посмотрите на мужчин. Очевидно, что он стрессоустойчивый. Когда вы видите КамАЗ. Ну ладно, извините, МАЗ. Армейский, трехмостовый. Он же для этого сделан. Он стрессоустойчивый. Он попрет по целине, загруженный там какой-то херней. А возьмите какую-то машинку. Ауди ТТ желтенькую. Какая тварь, ее даже в мозгах пустила по бездорожью. Так вот, женщина — это Ауди ТТ желтенькая, а мужчина — это трехмостовый МАЗ. Они созданы для этого. Поэтому, понимает, а это очевидно, понятно, что деньги дают стресс. Зарабатывать деньги — стресс? Стресс. Потому что женщина, когда просто зарабатывает деньги, она в стрессе. А мужчина растет, а баба деградирует. Как женщина, она деградирует. Расходы и распределение денег — это стресс? Стресс. И женщина в стрессе деградирует. Потому что все расходы должен мужчина распределять. Заработанные деньги — это не те, которые ты принес домой. Это те, которые остались после выплаты всего. Ты везде все выплатил, заплатил за газ, свет, воду, ипотеку, страховки, интернет, продукты. А осталось, что? 16 рублей. Вот ты 16 рублей заработал. Стресс. И когда ты это увидел, у тебя 16 рублей, ты что, подымешь жопу и пойдешь? А если эту задницу подымет женщина, ты скажешь, ну, она будет развиваться как специалист, не буду ей мешать. Копи деньги. Стресс? Поднимите девочки, которые вы, кстати, могут десятилетиями копить деньги, прямо смотреть. Да все знают, что это стресс. Женщин вообще нельзя допускать до этого. Она может копить только свою маленькую заначку. Ну, на случай смерти мужа. Да. А копить на что-то серьезное, это мужчина должен делать. Потому что мужчина вообще нету стресса от этого. Если ты что-то заработал, положил в сейф, все это перемотал, да, такой. Сейф так открываешь, лежит. Какая самодостаточная картина. То есть нету мысли, а давай купим мотор, а давай купим Жигули. Нет, мужчина такой, уже могу купить мотор, но не куплю, буду дальше копить. Накопил на BMW X6, ну и ладно, буду копить на квартиру в Минске. И накопил. Но если я тут заначку обнаружу дама, она приходит в стресс, я обобщаю, ну в большинстве своем так. И она такая, это же и трусики, это маечка, это и спальня, это же все, это же косметика, это кремушки для локоточков. Единственное, когда женщина не испытывает стресс, когда ей кто-то дает какие-то денежки, говорит, потрать на себя как хочешь. Она что, отчитываться не надо? Нет.